Вот так вот им попал. Ой, блин, перегрев масла. Выберешь мне что-то где-то. Так, ладно, открываю радиаторы. Скорость 260, да? Скорость 260, тяга 75, радиаторы открыл, смесь 95, пускай остынет на обеденке. Не ругайся, у нас другие самолеты. Ну да, решил стрелять. Вот так им, вот так им. Смотри, сразу как занервничали. Везет вам еще по сторонам что-то смотрите. Заход. Успех. Видишь, ты отбился, сразу оживились так. Ладно, давайте так. Поворот, крен 45 с перестроением в... Давайте-ка левый пеллинг и начали. А курс-то какой будет новый? 180. Лори, перестроение. Да, я понимаю, перестраиваюсь. Отлично. Я оглядываюсь тут, чтобы мне приготовь к выравниванию. Не оттереть. И начали. Так, я вроде подостыл, тягу даю 80. Хорошо, хорошо, как близко прям. Глаза пилота вижу, отлично. 30 метров, да? Мак как на заправке. Да я тебе говорю. Вы сколько идете скорость-то? 270, наверное, 260? 265, чуть-чуть растет. Мне нравится. 50 метров, отлично. Меня 50? Я чуть больше. Нет, у Мака, он молчит теперь старательно, но молодец. У Мака 30, по-моему, было. Ну, сейчас 0.05 я вижу от меня. А вот ты от него хорошо идешь. Только если бы вас еще не болтало так сильно, вообще было бы отлично. Ну, как бы... У вас постоянно, да, крен побалтывает. Слушайте, хорошо идете. Скоро 280 сейчас, да? Три. Давайте опять в ромбик. Пошли. Не, Мак останется. Нет. Ларифель у нас в основном сейчас больше всего перестраивается.
Подаруль направление есть, так вообще не вопрос. Раз отскользил. Да как бы идут, но и не идут. Так, ну, вроде ничего. Так. А давайте-ка сейчас опять поворотим, теперь уже правый пеленг, и маг также первым за мной, Ларифель вторым. То есть пропустит мага перед собой. Крен 45, курс будет у нас, соответственно, строго на восток. И начнем с перестроением. Нет, вы в правый пеленг, но поворачиваю я влево. То есть у вас с набором с легким пойдет все. Кто-то там сзади откололся. Так, приготовились к выравниванию. И выровнялись. Лерису на этот раз руль высоты отстрелили. Закрылок, наверное. Да, закрылка нет. Нет? Нет, терпимо еще. Блин, а кто бы мне правый отстрелил, чтобы меня выровняло? Не подожди, главное. Да не надо, не надо. Держу пока. Просто мне неудобно будет тогда переключаться. Сейчас это ничего, заход был, то есть так разбили на одного, хотя он, в принципе, попался. А пробил второй. Вот второй молодец, а этот плохо разводил. Может, был поаккуратнее. Ты думаешь, они прям так все рассчитывали? Давай думать хорошо. Ты же любишь думать о людях хорошо. Я, к сожалению, слишком хорошо их знаю, я с ними летаю. Тягу до 80 поднимаю обратно. Кренит сильно. И давайте опять левый 45 на 0. Пошли. Без перестроения на этот раз? Без. Так, я со снижением сейчас пройду, мне чтобы выровняться надо. Оба. Это опять больно было. Так, ну это уже, кстати, все, скорее всего. Извините, попали. С набором. У меня корабль пробил, хорошо. Крыло пробито. Все, распуск Ларифель ведущий. Нет, не выйду. Нет, он без управления, мне перебили все управление, сейчас корабль перебил. Мак, вернись, пожалуйста, в строй. Это правильно. Не отдадим. Да. Я 60 тягу скинул уже. Так, Ларифель, ты еще, сейчас я к тебе подстраиваюсь. Вдоль острова Пелелиу идем. Вдоль западного берега.
Иду на 60, пока маг не подтянется. Блин, без фритрека, конечно, тяжело. Только практикой. Теряю постоянно. Это нормально, ты начинающего все как бы как оно и есть. Терял. Я справа от тебя. Ты сейчас на меня развернулся. Можешь стрелков еще пооглядываться. А кто сейчас откололся от формации? Блоки. Кто откололся, ребят? Блоки. А чего у вас так? Давайте полную тягу у себя там по самому слабому. Так, я даю тягу 75. Давай 85, посмотрим, может выдержит. Продолжаем идти на север. Начинаем набор небольшой. Скорость 230 падает. В набор едем. Двести 235 это так держится. Строение правый перед МакОфис, 3-й, флаг 4-й.